Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией, мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами краном, чудо-краном, можно сказать, Get Free Coins. Он нам дает один раз в 3 дня, каждые 3 дня, по 500 чем-то там биткоин-сатошиков. Здесь идет отчет времени. И вот уже осталось 3 часа, 29 минут. И начнется следующий раунд. Как здесь мы получаем биткоин-сатошики? Здесь в обязательном порядке должен стоять адрес вашего пригласителя. Сюда вы вводите. Давайте я поставлю на паузу и перезайду, чтобы вам точно показать. Потому что я уже обновляла 10 раз. Вот здесь адрес вашего пригласителя должен обязательно быть. Далее сюда прописываете свой биткоин-адрес. И смотрите, чтобы ваша платежная система принимала такое вот маленькое количество биткоин-сатошиков. Я как вывожу все время на Coinbase. Так что сюда прописываете имя. Свое любое имя, хоть юзернейм, хоть так, у меня Елена Смирнова. Далее нажимаете вот сюда Get на синюю вкладочку, друзья. Вот она, видите, крутится. Подождем. Я уже несколько раз выводила, я даже не знала, что они мне пришли на кошелек. Поэтому я не писала видео. У меня здесь появлялось такое окошко, что зайдите позже. Ну, никак не было. Вот такое вот окошечко у меня красное. Латер. Вот это вот все можно перевести. Типа того, зайдите позже, как бы. Но, тем не менее, оказывается, что сегодня я зашла на свой кран. Ой, на кран. На кошелек. И что я вижу такую ситуацию? Тут маленькие суммы. Смотрите. Первый раз я выводила 27 января. 555 БТЦ мне прибыло. Так вот, такой, ну, чуть больше, как бы чуть меньше, ну, не меньше 500 сатох. Вот. Далее, 27 я первый раз сделала. Через 3 дня, 27, это 30 число, я опять выводила, мне пришло 552 биткоин-сатошика. Раз в 3 дня. Теперь 30, 31, 1, 2 мне поступил еще платеж. 551 биткоин-сатоха. Ну, согласитесь, на халяву неплохо. И у меня постоянно как бы была вот такая вот табличка, что не получается у меня. Ну, поэтому я думаю, что я буду с вами делиться, если у меня ничего, как бы, нет вывода. И вот через 3 дня вот этот таймер обнулится, мне поступит сатохи опять на кошелек. Опять 500 чем-то там сатошинок. Вот. Ну, неплохо. Ну, раз в 3 дня. Запомнили, здесь обязательно адрес вашего пригласителя. Сюда прописывайте свой биткоин-адрес, сюда имя можете любое написать. И нажимаете Get. Через 3 дня проверите. Биткоин-сатоши придут на ваш, как бы, кошелек. Вот. Далее что? И партнерская ссылка, реферальная программа. Вот здесь нажимаете. И что? Реферал линк. Так. Реферал. Давайте перейдем на русский. Вот он. Вот сюда. Вот это ваша реферальная ссылка. До равно. А после равно вставляете свой биткоин адрес. Вот это вот будет ваша партнерская ссылочка. Вот. Чтобы получить реферальную ссылку, замените ваш адрес БТЦ, например. Ну, тут показано. И до равно. Почитайте.
Так, и что здесь? Политика, общая сумма оплаченной истории. Здесь как бы показано еще history, что здесь вот как бы все выплачивается. Вообще, да, я думала вот так, что мне все никак не везет. А мне, кажется, сатохи идут помаленечку, правда, ну, мимо почты. Но тем не менее, и вот здесь вот раунды, видите, раз в 3 дня, пока дают, можно брать. На этом заканчиваю. Всем удачи и больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь экраном. Не пугайтесь, что... Ну, просто даже проверьте. Вот. Сюда имя, свой адрес. И через 3 дня вот, придет сатохи. Не инстантом, не сразу. Нет, 3 дня проходит. Биткоин сатоши поступает на кошелек. Всем удачи и больших заработков. До новых встреч.